дежурную часть МВД России по Советскому району города Томска поступило сообщение от 6 жителей областного центра о том, что неизвестный в ночное время повредил их автомобили, припаркованные у автосервиса на проспекте Комсомольском. Мною совместно с коллегами, участковыми и уполномоченными полиции изучены записи с камер видеонаблюдения и установлен автомобиль, на котором передвигался злоумышленник. Мы прибыли на адрес, где он завершил маршрут, провели поквартирный обход дома и получили информацию о месте проживания подозреваемого. Им оказался 37-летний житель областного центра, который сознался в содеянном. По предварительным данным, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения после конфликта со своей супругой в районе проспекта Комсомольского, нанес множественные удары по кузову 6 иномаркам, после чего сел в такси и скрылся. Сумма причиненного материального ущерба составила более 130 тысяч рублей. Следователями ОМВД России по Советскому району города Томска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации.